Всем привет, с вами Спанч Боб, мы продолжаем играть в Outlast, пятая часть. Я думал, что не пройдем эту игру на хорошую концовку, но все-таки пройдем, думаю. Нет, я уже игра не пугает. Ну как, пугает, но уже не пугается. Странно. Ну ничего, мы сейчас быстренько продолжим, а думаю, мы начнем не с того места, где мы закончили, но все равно начнем откуда-то хотя бы. Нет, мы начнем с того же места, где мы закончили. Я посмотрю, здесь и звук. Просто по проверке звука. Так, окей, так, игра лагает очень сильно. Хорошо, что у нас здесь? Что мы пройти не можем? Так, здесь кровушка, как всегда. Окей, мы должны, как я понимаю, спускаться сюда. Как-то попасть? Чуть ниже. Я уже опять забыл, как использовать. Как использовать? Вот, F. Хорошо, идем сюда. Хорошо. Опять готовимся испугаться полностью. Как мы можем. Так, куда нужно идти? Нам же куда-то нужно идти. Так, вышли оттуда. Куда можем попасть? Мы через тут не можем. Попасть мы через этот... Нет, можем. Так, не так, без камеры мы здесь пройти никак не сможем. Я просто... Ой, блин, лагает. Ой, нет, игра зависла. Конечно, графику ухудшу. Графика... Качество текстур низкое, и все равно игра не за что лагает, а вообще фигня лагает. Знаете, качество текстур довольно-таки не сильно-то и низкое, я мог сказать. Довольно-таки высокая. Пойдем. Нет, смысл не нужно, так и тратим камеру. Думаю, что он скоро просто убегает. Он живой? Я думаю, что она против нам. Так я ожидаю, что какой-нибудь монстр в любом случае будет, поэтому мы пока что ждем. Думаю, без монстров мы здесь обойтись не сможем, поэтому просто ждем, пока кто-нибудь появится. Уже кровь, то этот, ну. Сейчас она какой-то мусор будет там бегать, может он будет что-то качать. Я не буду, я не жду место, где должен будет цепчуги качать. Чё, всё. Это уже страшно. Кажется, не трогаем эту штуку. Если мы хотим хорошую трогать, а вообще нельзя. Чё там? Как понимаю, уже туда. Не очень хорошо чувствую. Ой, что? Кто есть? Секунду, как это выкачать? А то что пацан сейчас будет, я угадал? Да, блин. Хорошо. Что-то меня заметил. Ай, черт. Куда? Куда? Сюда, сюда. Нет, мы не можем. Черт. Отбегаем! Черт, бежим. Камеру выключаем. Включаем. Бежим. Ай, куда? Сюда. Что здесь? Нет! Что делать? Что делать? Надеюсь, что Саня поет. Очень надеюсь. Я окну к мышке. Берем. Ой, ой, блин, офигеть просто. Ой, блин. Бежим.
Жизнь, 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 не хочу умирать. Нет, сейчас. Наконец, наконец. Обойду поясок. А, сюда. Здесь что-то есть, здесь что-то точно есть. Бежим. Прорезай. Это страх, это стрёмно. Так, там что-то было. Мы должны были сюда туда сходить. Так, положим, пока он сюда уйдет. И скинь дверь там. Зачем вообще сюда что-то? Есть что-нибудь? Да, тут есть. Можем идти только сюда. Он хочет всегда вот здесь, да? Да как обходим. Куда нужно идти вообще? Видите? Тебе нужно будет сейчас обратно, да? Так, я все, я немножко отдохну, ребят, я немножко отдохну. Так, давайте все это быстренько сделаем. Я готов сейчас идти к бабай. Трики. Нужно вернуться это обратно. Попробуем сейчас эту штуку пойти обратно. Чё там где-то здесь? Где именно? Ой, не здесь! Ну же сюда. Ну так как раз таки пошёл, он сволочь. Жирная. Петушок. Куда ты пошёл? Не хочу снимать. Ой, блин, жирный петушок. Прыгать мне. Да, ну сюда. Привет. Иди сюда. Иди. Где? Все. Не хочу. Все, я тебя убираю. Вау, это было страшно, я не шучу. Я понимаю, что эта игра не страшная, но... Блин, для меня эта игра не то, что страшная, но супер страшная. Я больше не хочу. Серьезно. Да. Еще наверх. Мам, привет. Я испугалась. Ладно, это было страшно. А не хочу больше играть. Все. На этом все, я думаю. Ну, давайте что-нибудь побегаем. Где он? Бежал куда-то. Надеюсь, мы опять вернемся в психбольницу. В психбольнице мне как-то спокойнее там, чем канализация. Кто там? А, это... Я не могу попасть. Батарейку мы возьмем. Так вот здесь вообще батарейки в этом месте находятся. О, привет. Продавец одежды? Я могу сказать, что мы одни. Ты все еще знаешь, что это реально.
The doctor's dead. You know that, right? Dr. Verity. He died before he even started working here. No, он же доктор. Не знаю. Ай, блин, доктор стихнувшийся. Ненавижу. А че я вообще сюда поехал? Если мой персонаж сначала так увидел, я пошел обратно. Я вообще сюда не ехал. Зачем вообще сюда пошел? Кровь, блин. Как вообще нам все это плевать? Я бы на весь персонаж побежал обратно бы, взял бы машину и уехал, блядь. Но... С самого начала, когда он только... Вау. Чувствовал рукой. Я бы сразу, когда уже... Мы сразу пришли в то место, заебало окно, я бы... Что там фигня происходит? Я бы сразу бы уехал оттуда. Никогда бы не приезжал сюда вообще даже. Зачем сюда приехал? Кто здесь? Не хочу зайти. Но дверь не открывается, это хорошо. Расходим. Знаешь, что у тебя получится еще меньше, чем предыдущий, но я не хочу убирать больше. На самом Джека Шапора, да, вообще по 6 минут получалось как-то. Поэтому меня злиться не стоит. Зачем? Здесь ничего нет. Я думаю, я пошел не туда. Нет. Я пошел туда. Странно. Да, я. Могу? Нет, походи. Могу вот так переесть, да, я могу. Да, тут как раз такие выходы. Выход. Думаю, мы здесь не одни. Что-нибудь? Все, место? Думаю, я могу поспать, что мы сюда попасть не можем. Тут закажется даже закрыть дверь. Нет, чувак, который меня немножечко... Но напугал. Я тебя тут я закрою дверь. А, Хорошо, так дверь мы закроем. Я думаю, вам придется пусть не пройти, лучше пусть кто-нибудь не идет. Это плохая идея. Было снимать эту игру, это была очень плохая идея. Ну блин, я все играю. Что мне еще оставалось сделать? Ай, черт, я застрелюсь, кажется. Куда мне нужно идти? Так все, моя игра начала подлагивать, и мы уже не сможем в нее вообще никогда играть, я думаю. Поэтому это все. Последняя серия была. Всем удачного просмотра. Кстати, подписывайтесь на канал, с вами был Спанчбоб. Да, честно, знаю хотя бы, куда нужно идти. Поднимемся немножко дальше, чем Джек Шепард. Черт. Не плевать то, что я говорю, сука. Какие-то люди, возможно, я не знаю, они там авторские параметры, эти слова секрет, что они могут быть слова такие слова сух. Но мне плевать. Думаю, меня не забанят ни за что, я же ничего не делал здесь. Наверное, уже. Нет, мы сверху вообще пришли. Может, да? Не, кажется, это все тоже навеки. Какая уже вообще? Симка из канализации. Легко сказать. Могу я обратно заесть? Да, я могу. Вау. Сюда уже не смогу обратно заесть. Блин. Все, на этом все, с вами был Спанчбоб. Я не хочу туда идти вообще. Я, возможно, все-таки пришел, но я уже все, я не могу. Все, это был конец серии, всем пока. Вы хотели немножко побегать с монстрами? Я понимаю, что у меня не стальные нервы, поэтому... Не знаю... Поэтому я не могу играть. Я не из Челябинска, поэтому всем пока.
пока. Почему ВПС не меняется? Я хочу понять, что. Чё, я все, всем пока. Я с вами был спасибо, все, пока. Я сейчас буду снимать Decision. Decision. А потом 3.